Всем привет! К вашему вниманию календарь клёва на июнь месяц 2023 года. Таблица ловли по дням на июнь месяц, где зеленым цветом отмечены дни хорошего клёва, желтым среднего и красным очень плохого. Для любителей ночной рыбалки лучшие даты – это в ночь на 6, 12, 13 и 20 число. В этом месяце лучше всего ловить на червяка, опарыша, личинок насекомых, кукурузу, хлеб и перловку. Лучше всего будет клевать окунь, густера, щука, ясь, пескарь, судак, белый амур, чехонь, красноперка, карась, лещ, толстолоб, плотва и сом. Очень плохо будет ловиться линь и сазан. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачного клёва!